Ну-ну, хищники, нет нужды тревожиться. Я просто попью водички. Что может быть лучше чистой свежей воды? Легенда о Тарзане. Отравленная река. Часть первая. Эй, Тантар! Терк? Это ты? Ну, кто же может быть еще, если не я? Конечно, это я! Так ты готов чуток развеяться? Ой, не сегодня. Что-то мне не по себе. Да? И что болит на этот раз? Горлышко? Вот ты сказала, и я сразу... А животик Бубу? Вообще-то говоря... Озноб, мигрень и шкура чешется! Полагаю, у тебя серьезный приступ тантаризма! Профессор, где вы? Попалась? Ну, сейчас сам получишь! Тантор, что случилось? Ай, никогда мне еще не было так худо. Бросает то в жар, то в холод. Все как в тумане. И все мои внутренности словно наизнанку выворачиваются. Опять рылся в папиных медицинских книгах? Нет, я спустился к реке напиться. И тут вдруг... А может быть, ты все это вообразил себе, а? Однажды твой хобот грызли караеды. Но хобот цел, и жуки по-прежнему едят деревья. Так, вся шайка в сборе, да? А по какому случаю? Из-за Тантора. Ему кажется, что он... нездоров. Может, Тантор не притворяется? Папа, а он поправится? Надеюсь, да. Боюсь, он чем-то отравился. Он попил из реки, а потом ему стало плохо. Видишь ли, мальчик мой, ученый опирается на факты. Необходимы эмпирические данные, способные пролить свет на состояние здоровья Тантора. Мертвая рыба. Удачный пример. Экологическое неблагополучие водного потока напрямую связано с недомоганием Тантора. Нет, профессор, взгляните. Все дело в реке. Ответы скрываются здесь. Ничего не вижу. О, опаснейшие вещи. Не разглядишь невооруженным глазом. Ну-ну-ну, лежи спокойно, Терк с тобой. Неужели? Что такое, папа? Совершенно определенно вода загрязнена какой-то неорганической материей. Будь под рукой приличная лаборатория. А почему Тантор не раздуло, как тех рыб? Ну, вероятнее всего, из-за его размеров. Решение данной проблемы надо искать в реке, пожалуй, выше по течению. Надо пойти вверх по реке и прекратить это. Во что бы ты ни стала. Добро пожаловать, друзья мои. Чем могу быть полезен вам?
А, Димон, да, тут наклевывается довольно сложная ситуация. Весьма. Я не совсем уверен, как лучше выразиться. Вот. Нам нужен ваш корабль. Ну что же, конечно, судно такого класса обойдется вам в кругленькую сумму. Красавец! Любых денег стоит! Все это весьма серьезно. Кто-то загрязняет реку. Но я-то спокоен. Запас питьевой воды наготове. Со специальными крышками. И цена подходящая. Ты не понимаешь, наши джунгли под угрозой. Уважаю ваш энтузиазм, Тарзан, но я в первую очередь бизнесмен. Понимаю вашу позицию, месье Дюмон. Конечно, если отрава уничтожит тут всю рыбу и дичь, мы сможем переехать. А вот у вас не будет ни клиентов, ни денег. И что вы станете пить, когда закончится вода? Что вы скажете на это, а? Простите, вы меня не так поняли. Джунгли следует защитить. Это наш моральный долг. Берите корабль. Нельзя терять ни минуты. Летит, как птичка, Джей. Так точно, папа. Да, тут вспоминаются те деньки в Оксфорде, когда я участвовал в регате. Рано на рассвете, вода плещет о борт корабля, и мы... Да, похоже, надо выпустить пар. И, конечно, в Оксфорде мы ходили на веслах. Ах, я надеюсь, что Тантору уже лучше. Не волнуйся, Терк о нем позаботится. Вот, приятель, получай. Свежая водичка не из реки, то, что доктор прописал. Ну-ка, великан, пей. Пей! Система нуждается в прочистке. Запускаем хорошую водичку, а выпускаем всякую дрянь. Вот, ничего, повторим. Тебе это пойдет на пользу. Отлично, молодец! Получается! Глотай ты, наконец! Возможно, тут требуется иное лечение. Бегемоты! О, Господи! Эти животные нездоровы. Посмотрим поближе. Ну, это чересчур близко. О. Держитесь, профессор! Отстань от моего папы! Какие жуткие твари, а? Кошмарные чудища! Поехали! Спасибо, мой мальчик. Хо, захватывающий аттракцион. Бешеные зверюги эти бегемоты. Они больны. Да? Но мы еще не нашли источник этой отравы. Нам надо двигаться дальше. Папа, ты хотя бы представляешь, что мы ищем? Это трудно сказать, но уверен, мы сразу поймем. Матушка природа потрудилась, пробиваясь через эту гору. Наверху что-то есть. В самом деле? И что же это? Сам не знаю, я не забирался так далеко. Мы разгадаем эту загадку позже. Прямо по курсу пороги! За нами наблюдают. Да уж, есть на что посмотреть.
плохо дело. Я думаю, корабль сейчас развалится. Надо развернуться. Не выйдет. Мы тут же потонем. Котел! Сейчас взорвемся. Всем покинуть корабль. Я бы предпочел этого не повторять. Да. Ну ладно, хватит. Тантор, не изображай из себя инвалида. Стыдись. А теперь по счету три ты должен открыть глазки, встать на ножки и быть здоровеньким. Ну, поехали. Раз, два, три. Ну, давай же, подымайся. Пора прогуляться. Тантор! Еще 5 минуток, мамочка. Нет, ты сейчас поднимешься на ноги. Вставай! Для начала неплохо. Ну вот, все хорошо. Видал, тебе уже стало лучше. Тантор? Такое лекарство хуже болезни. Опа. Так вот, куда мы забрались. Вообще-то, папа, дальше придется идти пешком. Наш таинственный преследователь? Сейчас я это выясню. Ждите, я скоро вернусь. Будь осторожен. С ним ничего не случится, папа. Конечно. Ну что ты? Ты же знаешь, джунгли его любят. Тантор, я сделала все, что мне велел профессор. Умоляю тебя, выздоравливай. Ведь ты единственный в целых джунглях, с кем я могу поговорить. Ты лучший друг, на кого может рассчитывать обезьяна. И что я буду делать без тебя? Прямо не знаю. Продолжай, пожалуйста. Ну ты и притворщик этакий. Я тут разболталась, а ты и рад. Что я такое несла, сама не представляю. Терк, спасибо, что ты меня не бросила. О, мой мальчик, как приятно снова слышать твой голос. А где все остальные? Куда он пошел, Базули? Он по-прежнему где-то здесь. Он вроде тех чужаков, но двигается как животное. Что он за человек? Когда поймаю, мы это выясним. Здесь еще больше дохлой рыбы, Дженни. И она к тому же крупнее. Похоже, мы приближаемся к источнику этой отравы. Где же Тарзан? Давно должен был вернуться. Хе-хе-хе.
Привет вам, друзья! Счастливая встреча! Какой приятный сюрприз! Не находите? Отличный вечер! Я что-то не понимаю. Это все из-за речной воды? Пахнет нормально. Да ведь любой дурак знает, что учуять в воде какую-то дрянь не так-то просто. Почему это? Ну, потому что она там, под этими камнями. Ну, сам знаешь. Плохо дело. Надо пойти за ними. Ты уверен, что справишься? Должен справиться. Что ты знаешь про отравленную реку? Я хотел у тебя спросить. Отец? Почему ты здесь? Помощь мне не нужна! Все не так просто, как нам кажется. Отведите его в деревню. Как много людей. Будь настороже, он сильный воин. Я Кивази, вождь племени Вазири. А я Тарзан. Он не из наших, отец. Нельзя ему доверять. Басули, ты еще многого не знаешь о людях. А, так ты из джунглей, Тарзан. Да, но я никогда не знал, что в джунглях есть еще люди. Давно ли вы здесь? Бесчисленные поколения племени Вазири избрали этот край своим домом. Он часть нас самих, а мы все часть его. Говорю тебе, Терк, то, что я пережил, полностью меня изменило. Я словно заново родился. Ага. Моя слишком близкая встреча со смертью заставила меня видеть все в совершенно ином свете. И ты мне сейчас сообщаешь, что открыл новую страницу жизни опять. На этот раз я говорю серьезно. Где мои глупые прежние страхи? Их нет, они ушли. Очень просто. Я готов встретить жизнь лицом к лицу со всей ее страшной и чудесной красотой. Я готов жить, Терк, жить! Ну да, теперь совсем другое дело. Инжери лепит горшки ночью, чтобы глина была влажной. Глина из земли? Ну, конечно. Все, что нам нужно, мы берем в джунглях. Совсем как я. Да, совсем как ты, Тарзан. Но сейчас, я боюсь, этому приходит конец, друг мой. Чужаки пришли в наш край и отравили воду. И теперь мой народ слаб и болен. Кто же сделал это? Значит, через эти ворота. Ну, хорошо. Смотри, папа, тут целая деревня. Вот, видишь, моя дорогая, я уверен, что все очень скоро прояснится. О-о-о-о, господи, это вы? О-о-о-о-о-о-о! Тарзан! Джейн, эти люди живут в джунглях совсем как мы. Я знал, этому Тарзану нельзя верить! Вы похожи на тех, кто разрушил гору. Из-за вас заболели наши люди. Какой ужас! Вазири думает, что мы отравили реку. О, это ужасное недоразумение! О-о-о-о!
Масули! Наш край пришли похожие на вас люди. Они проделали в горе дыру, и вскоре заболели животные, а потом мой народ. Не знаю, могу ли я тебе верить, Тарзан, но драться с тобой нет смысла. Масули, покажи Тарзану гору. Но, отец! Покажи! Иди за мной. Я тоже пойду. Да, непременно. Давайте посмотрим на эту таинственную гору. Ты останешься здесь. Дженни, с другой стороны, нам не повредит и немного отдохнуть. Ты думаешь, что можешь решить любую проблему? Что одолеешь любого врага? Что, Тарзан, справишься ли ты с этим? Продолжение следует. Продюсеры Майкл Карафилис и Стив Лоутер. Автор сценария Эдди Гузелиан. Режиссер Ник Филипки. Композитор Дон Харпер. Производство Walt Disney Television Animation. На русский язык фильм дублировали артисты. Василий Дохненко, Татьяна Сергеева, Татьяна Родионова, Александр Леньков, Эдуард Степин, Владимир Радченко, Александр Воеводин, Алексей Колган. Режиссер Марина Волкович. Звукорежиссер Павел Емельянов. Студия «Пифагор», 2003 год.